Спонсором данного выпуска является канал Оста ТВ. На нем вы можете найти интересные нарезки, а также шоу, в котором чуваки соревнуются между собой в играх, после чего проигравший выполняет задания от победителя. Количество заданий зависит от проигрышей. Канал только развивается. Подписывайтесь, не пожалеете. Привет всем, друзья! Это канал Сосиска в тесте, и вы уже соскучились по карьере за Александра Хомутова, по карьере за Вашингтон. И сегодня, именно 3 числа, 3 января 2015 года, выходят две серии. Одна серия за Александра Хомутова, другая серия за Вашингтон Кэпиталс. Ну что ж, поехали. Матч против Сент-Луис мы не играем. Мы симулируем прям так, чтобы вы все видели. И посмотрим, что же нам готовит НХЛ-ка, какого матча она нас готовит, какой матч мы будем стоять и защищать ворота Columbus Blue Jacket. Все пишут, поменяй команду. Друзья, как будет только драфт, мы сразу же ее поменяем, но сейчас такой возможности нет. Поэтому нам придется пока защищать ворота именно Коламбуса и соревноваться с нашим соотечественником. Пока НХЛ не хочет, чтобы мы стояли на воротах, Лос-Анджелес играет с нашими, выигрывает их спокойно 23-23-6. Что же будет дальше, интересно? Наверное, мы будем играть или с Нью-Йорком, или с Филадельфией второй матч. Сейчас мы все это узнаем. Что слишком долго симулируется до матча. Филадельфия успела сыграть уже матч, выиграла его. И чувствую, сейчас мы... Так. Ну, отлично. Мы играем все-таки с Филадельфией. Ну что? Чувствую, будет достаточно жарко у наших ворот. Чувствую, что мы будем гореть. Чувствую, что мы будем проигрывать. Чувствую, что мы будем пропускать. Но надеяться нужно на лучшее. Будем мы с вами пытаться тащить изо всех сил, пытаться что-то предпринять. Но чувствуется все-таки, что мы полетим. Ну вот мы и видим, наконец-таки, снова пятую точку Александра Хомутова на своих экранах. И можем уже сказать, что именно сейчас мы забиваем гол на... Капец, на первой же минуте. Как же так-то? Как же так Халак не смог закрыть свои ворота на первой же минуте? Посмотрите, какой пас из-за ворот. И шайба отправляется в верхний угол. Смотрим повтор. Щелчок. И Халак остается вне удела. Ну что, Дубинский открывает счет. Кто еще должен был это делать? Конечно же, капитан команды. И мы видим, что все-таки в первом звене наш капитан смотрится намного лучше, чем он играл во втором. Кулемин. Передача. Но здесь мы пытались прыгнуть в кошачьем прыжке. Но шайба в этот момент не оказалась в том месте, где мы были. Итак. Как она оказалась в воротах, ребята? Как она оказалась в воротах? Я, честно, сейчас не понял. Смотрим повтор. Вроде бы все мы закрывали. Вроде бы все было закрыто. Смотрим повтор. Поздно мы сели на колени. И в этот момент Кулемин все-таки пробил. И снова первый же бросок по нашим воротам мы пропускаем. Хартнелл. Николай Кулемин.
Николай Кулемин. Да что ж такое-то? Еще и удаление. Еще и удаление будет. Ой, будет жарко у наших ворот. Ой, будет жарко. Так, выброс. Отлично. И атака на наши ворота. Мы отбились. Мы отбились сейчас. Смотрим. В меньшинстве атака. Джон Джонсон. Передача у бросок. Халак. Теперь на чеку. На чеку Халак. И мы тоже сделали первый сейв до этого. Так что все в наших руках. Джон Джонсон. Халак. Выброс. Грабовский. Передача. Вишневский. Аккуратно, аккуратно, аккуратно. Не заигрываемся. Так, передача хорошая. Анисимов. В одном из интервью Анисимову задали вопрос: что для вас хоккей? И он ответил, что хоккей для него все. Простите, друзья. Посмотрим еще на все старания Александра Хомутова, как он не пытался отбить он шайбу не смог. Да, Акпоса все-таки затащил. Ой, бросок. Снова бросок. Нельсон. Хортон. Фу. Да что ж такое? Ты что они начали бросать-то? Все, в атаку, друзья, в атаку. Передача, Хорт. Хортон. 2-2. Я пропустил гол, но давайте мы его посмотрим в повторе. В повторе. Вот на передачка. Замах, бросок. В неудобное положение для вратаря. Между щитком и ловушкой. И шайба оказывается в воротах. Но вполне. Смотрите, посмотрите на сейв вратарей. Одинаково. Один сейв. Всего один сейв вратаря. Ох ты, ё-моё. Тихо. Это опасненько очень становится в нашей штрафной. Щелчок, вратарь. Халак. Халак. Халак на чеку. Пока мы вбрасывание выигрываем почти все. Вот сейчас проиграли. Сглазил я, сглазил. Друзья, друзья, друзья. Косяк меня, меня. Зачем я так вышел далеко на него? Грабнер. Твою ж дивизию.
Обида, обида, обида. Ну ладно. Не будем мы сильно расстраиваться. Хартнелл входит. Хортон бросок, Халак. Выиграть. Мартин. Тихо. Хартнелл. Ну давай, давай, давай. Вот, бросай. Все, бросай, бросай. Бросай. Передачка, брось. Все. 3-2. 3-2. Мы сделали всего-то несколько сейвов, получается. И пропустили 3 шайбы. 2 сейва мы сделали, 3 шайбы пропустили. Дубинский, подбери. Хартон, бросок, добить! 3-3, Дубинский в первом звене. Он смотрится намного лучше. Еще раз повторюсь. Намного лучше он смотрится именно в первом звене, а не во втором. Дубинский снова выигрывает вбрасывание. Хартнелл, Дубинский. Возвращаемся на ворота. Хортан, передача, Хартнелл. Хартнелл сам входит. Щелчок опять. Да что ж такое-то? Что за щелчки-то пошли? Где разыгровка? Где пасы? Где передачки? Вишневский. Хортан. Сейчас снова просит, да? Халак. Ай-яй-яй, подбора-то нету, подбора нету. Тихо, тихо, тихо. Вот это мы сейчас могли опять пропустить шальную императрицу. Хортон. Вовремя мы встали с колен. Борьба на синей. Так, хорошо, Фолиньо, 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 Фолиньо. Подбор. Аткинсон. Передача, бросок в дальний. Нет, не получается. Мешает, мешают игроки друг другу. Ох, в дальний угол-то бросал. Анисимов, хоккей для тебя, все, давай. Подбор. Передача. Аткинсон. Передачка. Джин Джонса! Ножи, ножи добить! Нет. Бросок! Халак. Отлично. Хорошая передача, бросок нет. Ой, фигуристка, ой, фигуристка. Ай, застрял в воротах. Атака, передача. Ну куда Дубинский сейчас бросал? Хортон. Передача на синюю. Подбросок! Дубинский, ну что ж такое-то добросить? 5 минут остается до конца. И пока у нас ничья. 3-3. Как же так-то? Не прошла бросок, не прошел. Те же отбор. Он один прошел четверых сейчас. Один четверых. Чувствую, будет жарко. Чувствую, будет жарко, ближний угол. Передача. Мартин. Было достаточно опасно.
Let's Lou, бросок, Халак. Где подбор? Где подбор? Вишневский, Дженнер. Подбор. Пас, бросок, нет, Дженнер. Пас. Кальверт, Кальверт. Еще раз пас. Нет. Ну что ж, 3-3. По нашим воротам всего лишь 9 бросков. Что-то в этом матче Коламбус затаскивает. Тихо, тихо, не мешать мне работать. Вишневский, отпихни его. Проигрываем вбрасывание, бросок! Где же защита? Где оборона? Что же она делала сейчас в этот момент? Центр Хомутов сейчас просто затащил такой бросок в синей линии. И Михаил Грабовский. Тут уже без вариантов Грабовский спокойненько эту шайбу отправляет в ворота Сашки Хомутова. Хартнелл, бросок. Обе команды решили бросать. Решили бросать. Делать щелчки на добивании. Пытаться забросить. Но не тут-то было, вратари. Иногда отбивают достаточно уверенно. И очень редко ошибаются. Хортон, бросок. Прям в девятку. Подбор. Вот посмотрите, как Халак сейчас мог ошибиться. В этой передаче. В этой передаче. Александр Хомутов, как Нойер, в свои лучшие годы вышел на игрока, который вышел почти один на один и снес его. Халак прижимает шайбу. Но момент с тем, как Александр Хомутов попытался своим корпусом, ценой своей жизни убить и атакующего игрока, останется в ваших сердцах надолго. Давайте мы даже это посмотрим. Можно ли еще это смотреть? Не знаю, но хотелось бы. Вот на этот момент, когда Александр Хомутов ценой своей жизни, смотрите, выходит, толкает игрока, не дает ему бросить точно, и шайба разминулась с воротами Коламбуса. Ну что, этот момент для нас очень важен сейчас. Ух ты, подставленная клюшка была очень опасна. Что ж, Аткинсон вошел в штрафную. Штрафную, да. Зашел в зону Нью-Йорка. Бросай, они, Вишневский. Ну что ж такое-то? Аткинсон Анисимову. Нет, не отдает он Анисимову. Полиньо. Но сейчас не готов к этой передаче. Каргер. Ух, штанга нас спасает сейчас. Смотрите, какая распасовка. Какие пасы, какие передачи на последних 10 минутах матча. Ну что, входим в зону, бросок, вратарь. Полиньо. Подбор, передача, Аткинсон. Подставленная клюшка Анисимова. Анисимов, передача, Полиньо, бросок в пятую точку игрока. Вишневский, бросок непонятно куда. Ну что же будет делать у нас Анисимов? Он прессингует. Он прессингует на каждом участки льда. На каждом участке корта. Хортон, передача не доходит. Хортон, передача опять не доходит. И мы успеваем все-таки забрать эту шайбу. Хоть мы и ошиблись. Как сильно ошибаются наши защитники в зоне. И Хортон снова
Нет, уже делают отличную передачу на Вишневский. Вишневский, передача на Дубинский. Нет, нету хэт-трика. Нету хэт-трика у Дубинский, но не все еще потеряно. Мы всего лишь проигрываем в одну шайбу. В одну гребаную шайбу, штанга. Хартнелл. Передача на Хортона. Хортон. Хортон. Остается 2 минуты. Нужно смотреть за тем, как командует нами наш воротарь, хотел сказать. Наш тренер. Наш помощник тренера. Тренер воротарей. Пока он не просит нас уйти. Но чувствую, вот сейчас. Именно тот момент, когда мы должны все-таки покинуть наши ворота. И... Нет. Акпоса. Быстрее. Нужно сейчас убегать нам. Нет. Не нужно нам убегать, говорит нам тренер. Оставайся, говорит, на воротах. Акпоба. Остается всего лишь 30 секунд на то, чтобы наша команда сравняла счет с Нью-Йорком. Но нет. Нью-Йорк все-таки атакует. И... Вот он этот момент, когда мы убегаем с ворот. Садимся на скамейку и... И остается 10 секунд. И опаснейшая атака. Все-таки нам забивают пустые ворота за 8 секунд до конца матча. Еще 3-5. Очень печально, когда ты весь матч пытался затащить, но нет. Последние моменты нам удача отворачивалась. Поворачивалась к нам тем местам, которым не нужно. Ну что ж, вот он, тот печальный момент, когда мы вернулись. Когда вы вернулись на лед и все-таки опять пропустили достаточно много шайб и проиграли. Ну что ж, скажем всем спасибо, кто присутствовал на этом матче. Спасибо всем тем, кто смотрел. Ребят, если вы хотите продолжения и очень частого выпуска серии за Александра Хомутова, ставьте лайки. Без лайков серии будут замедленно выходить, то есть выходить очень редко. Потому что именно ваш интерес к Александру Хомутову меня подталкивает на запись серии. Если его нету, мне не интересно записывать лично для себя Александра Хомутова. Нет, интересно играть за Сашку, интересно играть в НХЛ за вратаря, но просто именно самому мне времени нет. А именно для вас я постараюсь выпускать серии как можно чаще, если вам это будет по душе. Ну, спасибо всем тем, кто смотрел, ставьте лайки, комментируйте. Всем спасибо, всем пока.